Кандыхох! Так, а ну кто лайки не ставит, быстренько лайк нажали, а то сейчас это, применим пульт управления подписчиками, ребяточки. Прикольно, да? Ладно, все, давайте лайк, начинаем выпуски. Так, ты каждому будешь, Скоро ж Jingle Bells будет уже, через месяц начнем блок декабрь пилить. Ребята, посмотрите только сюда. У нас началась офигеть зима. Тёмка тоже блогер. Поэтому мы, короче, два блогера. Большой блогер и маленький блогер. Все снимают. Это, кстати, Олин фотоаппарат. Раньше она на него снимала. Canon, Ixus какой-то там. Вчера ночью выпал снег. Ну и вчера днём выпал. Я даже не знаю, сейчас есть смысл ехать шины менять на зимние или нет. Вчера утром выпал снег. Давай. Не вчера. Да и не вчера утром. Не вчера. Нет. Так, о, короче. Вот, доброе покажи. Утро. А чё? Ванька. Привет, Ваня. Смотри, старый такой, чё происходит у меня? Так, сейчас, ладно, будем завтракать. Завтракать надо сейчас. Да, сейчас будем завтракать. Лимончик. Вы посмотрите, кто собрался погулять. А ну-ка, давай, давай, давай. Чихает. Сейчас посмотрим, что он скажет по поводу снега. Смотри, нормально, нормально. Хопа, прыгс, прыгс. У тебя он хоть старый? Он сейчас, он, короче, немножко оживился. Потому что он в районе месяца, короче, такое ощущение, что ему было все хреновее и хреновее. В итоге, походу, у него зуб болел. Потому что он, короче, хреново ел. Похудел пипец, спит постоянно, а потом он дома заметил этот, какой, зуб у него выпал. А это после того, как его, да, еще клещ укусил. Короче, Тюбан просто, я его называю Тюбан 10 жизней. Пипец. Тюбань, ну ты легенда, легенда канала просто. Смотри, у тебя ус отклеился. Старье. На завтрак мне тут, смотрите, что ребятушки оставили. Кусочек блинчика, ну окей, сейчас его и съедим. О, спасибо, блин, большое. Смотри, даже почти приклеился. А ну-ка. А! Нет, не приклеился, отлично. Кстати, единственная вещь, которой мы до сих пор пользуемся, которая была напечатана на 3D принтере, это вот такая вот подставка. Прикол, прям на 3D принтере напечатали. Пользуемся. Жалко, что 3D принтер Тёмка сломал, к сожалению. Как говорится, доброе утро. Это я это, тренируюсь перед влогом декабрём. А теперь предлагаю посмотреть, что вообще вчера было на стриме. Вчера вообще какой-то это, нонсенс был. А ну-ка, включение во вчерашний вечер. И вот, получается, сижу на стриме, значит, играю в Gran Turismo на PlayStation. Наконец-то. Микрофончик, здесь руль, на формуле гоняю, поставил телевизор, это реально прикольно. Здесь у меня идет стрим, и тут объявился мистер Зверьё, ребят, который, вы только посмотрите на это, выразил респекта на сколько-то просто евро. Вот, вот, гляньте, просто 50 евро, 50, 123 евро. 123, красивые суммы залетают, офигеть. Друг мой, Зверьё, как тебя зовут, я не знаю, но я тебе выражаю огромный респект даже в видео. Спасибо тебе большое. Вот. И здесь вот. Привет, привет, продам гараж. Все тут. Роман Михайлович тоже. В Gran Turismo сейчас, небось, сидит, играет. Вот, тот компьютер свободен, там только донейшн отображается, если я что-то не успеваю считать. Здесь все в прямом эфире. Плюс здесь все переключается. А здесь у меня здоровенный экран, поэтому все. Продолжаем стримить. Ребят, спасибо за поддержку. Охренеть. Короче, у нас Зверьё оказался Дмитрием. Это вот, знаешь, один из таких стримов, когда можно тоже назвать, прям даже, не знаю, влог отдельно, что огромнейшие донаты на стриме просто. Для меня это нонсенс, ребят, это я вам точно скажу. Вот, даже чатик подтвердит, что просто жизнь какая-то. Короче, Дмитрий с Кипра
поддержал канал просто неимоверно. Просто неимоверно. Просто охренеть. Но он пока еще не занял топ-донат. Димон. Димон, у вас осталась последняя задача. Потому что у нас топ-донат, он постоянно на стримах крутится. А он это 10 тысяч. Дальше идете вы. Вот, то, что понятно, что король стрима, это все обновляется каждый стрим, а топ-донат это как бы единовременный. Вот. Поэтому. Как вы думаете, что за завтраком надо смотреть? Конечно же, канал про ферму. Кстати, называется канал «Молодая ферма», постоянно подписан. Прикольно. На будущее, знаешь, смотришь. А то вдруг свою ферму тоже заведешь. Все уже будешь знать, как за животными ухаживать. Как вы думаете, что здесь делается? Капуста квашеная. Опа, под прессом. Вчера замутили. Ой, какая красота. Запах вообще просто неимоверный. Вообще клево. Ладно. Пусть дальше ты идем, там что-то пищит. Что ты там пищишь? Хотя не знаю, чем мы так удивляемся, потому что на территории России уже, не знаю, месяц назад, блин, снег выпал. Если мы про Сибирь говорим, там уже минус 30. Ну, в московском регионе события. 31 декабря, первый снег. Ой, 31 декабря. 31 октября, первый снег. Хотя, помню, когда Тёмыч родился, 16 ноября, было вообще все в снегу. Поэтому посмотрим, что будет в этом году. А Тёмке в этом году уже, представляете, 6 лет. Это будет 11-й влог декабрь. В декабре. Офигеть. Вообще чума. Так, а сейчас я отправляюсь в свой офис. Так, сейчас мы включим светик, семицветик. Включаем здесь подсветоньку. У меня тут, видите, какой сетап. Значит, телек, ноутбук, компьютер. Там еще один монитор. Здесь подсветонька. Еще один монитор Asus, который я еще пока не поставил, с подсветкой, с фоновой. Здесь у меня кнопочка стоит. Вот здесь вот мы подрубаем эту подсветку. Хлопаньки. И получаем такую тему, что здесь вот у меня реально отдельное устройство для стрима. Я с него теперь стримлю, потому что с ноутбука, я не знаю почему, идет нормальный поток. То есть стрим не падает, вообще прям просто идеально. Вот именно с ноутбука. С этого компьютера постоянно бывает какая-то байда. Ну а телек так чисто, знаешь, проэкспериментировать поставил. Но для гонок реально потрясающая тема. Так, работа закончилась. На улице, кстати, 2 градуса. Когда шины менять, не знаю. Надо будет, наверное, может быть, завтра. Сейчас, мне кажется, народу будет много из-за того, что сейчас это, ну как, типа день жестянщика, точнее ночь жестянщика была. Конечно, все уже капает, вон, смотрите. Вот это, кстати, вообще полная фигня, надо будет керхером потом помыть. Видите, какой водопад. Офигеть. Ладно, что я вышел-то сейчас, в гараж надо было дойти. Все тает. Вот здесь, кстати, будем менять слив, потому что вон, видите, вот сюда вот течет, вот отсюда с середины. Я туда залезал, и там, получается, не совсем верно нам как-то установили, либо, получается, после зимы какой-то, должно, вот там вот верхняя точка, должно вот сюда вот сливаться и вот сюда идти. А здесь, получается, вот в этом месте сухо, и дальше вся вода стоит вот как раз наоборот в этой части. В итоге, ну вот здесь у меня... Здесь у меня заказал, приедут нам сделать, только я не знаю, после зимы, наверное, или перед зимой, что-то не уточнил. Вот здесь, короче, полностью все в воде стоит, поэтому все капает прямо вот сюда вот. Конечно, не дело. Так, ладно, что я пошел? Ладно, давайте сейчас вот сюда вот дойдем. О, йоу. Давай напишем. О, надо это, знаешь, как люди пишут на песке, имена там, знаешь, топ донатов. А я буду, конечно, на снегу писать, потому что остаемся зимовать. О, зверье. Вот так вот. Можно будет здесь писать, короче. Ладно, погнали. Я, кстати, в этих шортиках в 2 градуса хожу. Ну ладно, ничего.
Ой, какая красота здесь. Ух. Так, мне еще и утесть скоро дырешка. Будем в гаражике зависать мальчиками. Вот, Тёмыша с собой возьмем. Шашлыков сделаем. Возьмем коньячку или водочки. Будем здесь в гаражике заседать. Днюху отмечать. Самый лучший днюх, который можно отметить, это реально вот здесь вот. На этой, на рабочей поверхности. Шашлычкос. Все сделаешь. Ой, сидишь прям с этой. Там с печечкой. Печечка здесь. Печечка наверху. Печечка сбоку. Вообще щикардос. Так, что я пришел? Я тут по велосипедным делам. Да. И прикинь, потерял коннектор цепи, блин, один. Жопа. Пришлось заново заказывать. Так. Где? Вот эти мне нужны. Мне нужно посмотреть модель этих тормозных колод. Понятно. DS-01. Все, супер. Вот, решил себе сделать велосипедную полку. Вот так вот, чтобы здесь. Здесь для промывки цепи. Вот здесь это галоша. Вот такой вот. Бензин галоши. Посмотрел в интернете. Люди часто пользуются такой штукой для промывки цепи, потому что она не воняет. Цепочка, ой, этот, кассета старая, вот эта, которая в комплекте стояла, Sunrise. Новые эти звезды, которые заказал, потому что звезды у меня те стесались. Ну ладно, еще тормозные диски, не знаю, что, храню их, хрен знает, зачем они мне нужны. Потому что вот эти вот поставил, но они прикольные. Выглядит, конечно, прикольно, вот так монструозно, хоть 29-е колесо. И диск вот этот 203 мм тормозит вообще шикарно. Реально больше, знаешь, такой, знаешь, по мелочевке ты чувствуешь. То есть больше вариаций для торможения происходит. Потому что на всяких гонках и так далее, вот как ты это прочувствовал. В самое ближайшее время нужно мне будет прийти и вот эту вот всю жопень исправить. Потому что вот эти вот рок-брос, которые заказал, они безумно приятные, ребят, вот эти грипсы, они типа мягенькие. Но на гонках одно падение, второе падение, плюс там еще в Челкову грохнулся, все, разбивается, и все, это можно, конечно, ну, на выброс. Вот здесь вот один винтом. А это так, блин, еще не поставил, в Москву вожу обратно грипсы. Потому что здесь сама грипса ставится сюда, прикручивается, так еще это, и сбоку колпачок тоже на этой. Он металлический и на болте, на винте. Поэтому вот так простенький поставил. Реально фигня. Надо поставить нормальные. Вот эти, правда, 1000 рублей стоили с Арика. А вот эти, по-моему, рублей 250. А вообще, надо знать, что... О, я сейчас-то не буду закрывать. Мне нужно сегодня в СДЭК поехать. И мне нужно, наверное, погружу я шины... Покрышки погружу. У меня зима 225-40, 18 радиус. Я их в машину положу, потому что если не будет нигде этих очередей, тогда заеду, поменяю. Вот. Но я вот выбрал такой вариант, не самый лучший, уже 100 раз говорил. 18 диск на зиму слишком, короче, тоненький профиль. Надо было не выеживаться. И 16-й оставлять зиму, потому что диск совершенно неудобный у меня. Ладно, я пока-то закрывать не буду. Диск неудобный из-за того, что, короче, тонкий. Вон туда вот налипает снег, на все колеса налипает. И когда на скорости 70-80 начинает постоянно машину трясти. И вот здесь вот ты постоянно снег вытряхиваешь. А вот здесь вот, видите, постоянно забивается. Короче, большой и жирный минус. Ребят, самое... Одна из лучших, оно супер вообще. С Алиэкспресса заказали Тёмке фонарик налобный. Оказался просто бомбовский. Конечно, встроенный аккумулятор, работает в двух режимах и нереально яркий. Сейчас примерим. Вот. Как оказалось на практике, по стоимости там что-то в районе 300 рублей, светит просто бомбовски. Здесь, конечно, два режима, есть слабый и вот такой сильный, но такое ощущение, что ты этот, как, знаешь... Робокоп. Сейчас мы еще соединимся с этой, с шапочкой. Это я к чему? Если кто заинтересовался магазином на диване, ребят, ссылка на такой фонарик, где я покупал на Арике, будет в описании. Ищите. Сейчас с Тёмкой рисуем такого чудика. Сейчас будем в него из нерфов стрелять.
Это у него типа эти сердечки жизни. А это что такое? Его тысяча, есть. Тысяча? А, ну тем еще единичка в другую сторону рисуется. Это Тёмка нарисовал, а я вот пушку нарисовал. Наши нёрфы. Покупали, кстати, на Валберес, офигенно. Намного... А, не, какой на Валберес. В детском мире, короче, была какая-то распродажа. Конечно, купили вот такой вообще патронтаж моей нёрфу. Это Тёмкин. Это гранатомёт. Ну да, похож на гранатомёт. Это вот Тёмкин. Ему очень удобно здесь это, передёргиваешь всё. Я таким пользуюсь. Он, типа, меньше по объёму магазина, но стреляет мощнее. Ну, правда, пулики куда-то у нас все по дому разлетелись. Получается, мы купили еще пулек. 4 пульки для вот этого. Пульки притом разные, ребят. И вот для Тёмкиного нёрфа купили притом тоже по офигенной скидке. Там просто запал такой вот для вот этого ружья. Притом отсюда сюда не подходит, и отсюда то не подходит. Ну куда-то все вот мои разлетелись. Притом это не я их куда-то подевал. Это вот все. Артемий Гурич. Ну да. У нас Тёмка сказал, что зимний раунд, короче, открыто окошко, мы сняли футболки, сейчас будем стрелять. О, с расстояния, ничего себе. Так, вот давайте. Вообще просто. Нас нужно будет прыгать. Кто все это убирать будет? О май гад, смотрите, вообще жесть. Ого, а ну-ка давай, давай. О, давай. Попробуй еще раз, стрельни давай. Ой, почти попал. Давай еще раз. Давай. Ну, давай, давай. А, почти. Мазок. Давай еще раз. Давай. Не ранили. А, сейчас тебя подлечу. Сик-сик-сик-сик. Давай. О, мне кажется, попал. Ха! Тра-та-та-та! Бам! Еее! Только перезаряжать неудобно. Коленка что ли? О, вообще коленкой. Давай, давай. А ну-ка, погнали. Еее! Мы немножко себе обновили робот-пылесос. Теперь у нас вот этот вот Leadstall, который последний я показывал, у которого сзади вот эти вот штуки, они моют. Но в чем прикол, что он вот не постоянно смачивает поверхность, а он, короче, их на базе сам моет, споласкивает, потом ездит, все это дело моет, а потом приезжает сюда. Вот здесь эти щетки, короче, моют и сушат их теплым воздухом. Вот, и обслуживать его нужно здесь вот. Грязная вода, чистая вода и пыль. Прикольная тема, прикольная. Я оценил. Я знаю, что там детка делает. Реально хороший робот, но стоит дорого. У нас мы сейчас, значит, обед. Кто же влог декабря получается? Но это пока это пристрелочный. Чуть-чуть. Пермешки у Тёмки будут. Без спешки. А у меня будет... Теща тут сварила борщ, поэтому сейчас я его, смотрите, как, сейчас, опа, первый половничек. Да, перемешиваю. Вот такой борщичок наваристый. Смотри, в какую тарелочку красивую. Сейчас он вот так вот возьмет, так, хлопс, и жижа. О, красота. Так, посмотрите только на сочетание. Кстати, прикольно, красно-зеленое такое, синенький. Конечно, с майонезиком. Борщик. Сейчас буду еще кильку чистить. Ну, точнее как, немножечко. Вот, килечка с хлебушком и борщец. А теперь, ребят, вот разница в еде. Смотрите, что я ем, что Тёмка ест и что Оля себе приготовила. Вообще, ты что, как будто это, в ресторане, что ли? Вот так вот, представляете, вот такая вот разница в еде у нас. Вот так вот и питаемся. Погружу сейчас. Зимние покрышки все-таки. Хлопс. Разобрал. Здесь у меня вон задний этот, закрывашка багажника. Это у нас на Субарик. Так. Ну-ка, выходим. Не знаю, сейчас, если не будет народу. Опа. Какие-то здесь. А, это с какой-то подсветки. Если народу не будет, то поменяю. Если будет много народу, тогда, блин, на завтра. Сану пока прям на дальняк никуда не собираюсь. Вот. Все, отлично. И сейчас еще поеду, телефончик отправлю в город Старый Оскол.
Удобно, удобно. Раньше, когда был этот, как его, седан, ни хрена так не получалось у меня класть. Но, как уже говорил, минивэн. Нужен минивэн, ребят. Чтобы реально все было по красоте. Так, погнали. Сейчас, интересно, повезет, не повезет. Ну, во-первых, еду я в СДЭК и шашлычка хочу купить. Вот. Обслуживание, скорая машина. Сейчас буду уже покупать эти запчасти для ТОшки. Ну, конечно, масло, фильтра и так далее. Все, погнали. Вот, с чинами. Заехал. В магаз он взял. Что, газа? Не знаю, зачем. Зачем мне столько газа? Оно особо-то и не нужно. Но завтра буду вон угольки растапливать. Уголь купил. Здесь свиную шею купил. Сейчас сам замариную. Маринад, плюс сейчас лучку порежем. Вот, конечно, завтра будут шашлыки в онлайне делать. Вот так вот. Шину так и не поменял, потому что очередь большая.